Привет, ты на канале Angel Planet, и мы смотрим, какое бы письмо себе вы бы сами себе отправили из будущего в сегодняшнее, настоящее. А в будущем, когда вы будете, для вас это отправка письма в прошлого. В прошлое смотрим, о чем у нас это письмо. Давайте посмотрим. Так, смотрим. Аффирмация для вас. Качайся на волнах луны, играй, танцуй и пой. Здесь место я, живое мы. Мы, сестры, мы с тобой. Это поддержка для женщин, когда нужна помощь, когда нужно общение, когда нужно поделиться, когда нужно высказаться. Такая групповая психотерапия, когда все женщины мира через проблемы проходили, через такие же, как ты. И они набрали свой опыт. И они тебе готовы помочь. Что бы ни было в твоей жизни, кто-то через это проходил, и кто-то свой опыт и свои выводы сделал. Если дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих, будьте умными. Там нету вас. Вы можете раствориться в этом пространстве, поделиться своими проблемами, и вам помогут. И в то же время у этих женщин, у этого пространства есть что-то доброе. То, чем они могут с вами поделиться, там, где вам станет лучше, легче и легко. Вы сливаетесь с обществом, вы сливаетесь с природой. Вот как волна эмоциональная нахлынула, накатывает, так и вы накатываете вот этими своими процессами, так и вам потом волной также возвращают. И в этой интеграции, во взаимодействии с людьми, с природой, есть вот это вот общее бессознательное «мы», как у Юнга. И в этом можно раствориться. И все проблемы уйдут, с волной их также унесет. Ставь лайк, подписывайся в комментариях, пиши «принимаю с благодарностью», пиши в комментарии, как тебе откликается. Пока-пока.